Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео я открою оставшихся 9 контейнеров, точнее использую оставшихся 9 ключей, которые я смог собрать за последние 2 трансляции. К сожалению, так получилось, что некоторые трансляции я был вынужден пропустить, ну и соответственно не добрал ключей. Вообще парадокс получается, за время этого игрового события я среди своих постоянных зрителей, тех ребят, которые приходили на прямые трансляции, раздал 30 ключей. При этом самому ключей не хватает. Такое бывает, сапожник без сапог, но в целом ничего страшного. Итак, ребят, вот эти 9 ключей, которые у меня есть. Что у меня по математике? Смогу ли я кого-то собрать? Я очень хочу собрать себе Бофорса, ну, по двум причинам. Первое, револьвер мне вообще не нравится как танк, ну, чтоб там ни говорили, не моя машина, я не понимаю геймплея и фана он мне абсолютно никакого не приносит. Ну, а во-вторых, сам револьвер у меня есть, и да, там будет компенсация, 1500 голды, но все-таки я хочу себе танк в коллекцию, а не просто заработать 1500 золота за вот эти все трансляции. Что у меня сейчас по математике? Значит, смотрите, по револьверу у меня 56 есть, мне не хватает 44. Если быть точным, то по математике мне не хватает 6 удачных контейнеров, чтобы собрать револьвера. Напомню, у меня всего 9 ключей. И на товарища Бофорса Амтарнвагена у меня есть 54 кусочка и не хватает 46 частей на то, чтобы его собрать. Опять-таки, по математике это тоже 6 контейнеров. Итого, ребят, из 9 имеющихся у меня ключей, в идеале надо, чтобы выпало 6 контейнеров из 9, ребят, на конкретно Бофорса. Мне кажется, что ничего у меня не получится, и скорее всего моя математика сложится следующим образом. Скорее всего, мне выпадет 4 контейнера на одну машину, 5 контейнеров на другую машину. Итого, ребят, я не соберу ни ту, ни другую тачку. Но как сейчас получится, так получится. Давайте будем открывать первый контейнер из 9. Что нам падает? Давай, на Бофорса, да? Да, фиг тебе ГСН, а не на Бофорса. Итак, ребят, один контейнер на револьвера. Ну, окей, хорошо. Если сейчас выпадет более 3 контейнеров на револьвера, то, в принципе, можно сразу собирать шмотки и можно идти отдыхать, пить чаек какой-нибудь, там, я не знаю, валерьяночку посасывать. Все. Вот так вот, ребят. 3. 3 на револьвера. Вот дальше должно быть все на Бофорса. Все на Бофорса ставим. Если сейчас хотя бы один револьвер выпадает, я начинаю плакать. Бофорс, окей, хорошо. Держим пальцы крестиком. Но это нереально. Ну, серьезно, из 6 контейнеров. Ну все. Все, ГСН стратил. Собираем, получается, револьвера. Скорее всего. А может, ни того, ни другого не соберем. Вот такая вот сейчас лажа получится. 96. Ну, окей, хорошо. Сейчас тогда в любом случае хотя бы из одного выпадет. Заберу компенсацию. Тарнваген, Бофорс. Ну и, в принципе, наверное, сейчас будет до свидания. Опять револьвер. Лажа. Реально лажа просто. Просто неимоверная. Очень хотела себе Бофорса забрать, ну, к сожалению. Все, ребят, на этом мои приключения закончились. Как вы видите, 81. Всего лишь каких-то галимых 19 кусков мне не хватило на то, чтобы собрать Тарнвагена. Если говорить о математике, опять-таки, то 19 этих частей в любом случае не получится. Это, так, давайте заберем. Бог с ним. В отношении математики по Тарнвагену получается следующее. У меня, получается, не хватает 19 частей. 19 частей ровным круглым количеством собрать не получится. На Тарнвагена падают куски по 9 кусочков. Соответственно, 2 контейнера удачных это 18. Ну, а мне надо 19. Того получается, мне необходимо 3 удачных контейнера. 3 удачных контейнера, это значит, мне необходимо покупать себе контейнеры 5 штук за 4500 голды. Это, грубо говоря, половина стоимости Тарнвагена. Но при этом всем нет абсолютно никакой гарантии, что из этих 5 3 будут успешным. Ну, просто математически это невозможно, а значит, необходимо будет еще докупать. Я, к сожалению, на это возможности не имею. У меня в копилке есть 14500 голды, но близится новогодний аукцион, и я не хочу вам зайти туда с голым задом. Поэтому, ребят, докупать ключи, к сожалению, я
не смогу, ну, значит, буду радоваться тому, что хотя бы полторушку золота за все эти просмотры я получил. Вот такая вот ситуевина, вот такой вот сапожник без сапог, но в любом случае я рад, что у меня была возможность подарить ключи тем ребятам, которым они тоже нужны, и надеюсь, что те ребята, которые их получили, смогли с помощью этих ключей забрать себе какую-нибудь из машинок и пополнить свои коллекции. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.